Здравствуйте, с вами социально-правовой телеканал «Право ТВ», я Сулейман Шибзухов. Сегодня у нас передача «Права человека и гражданина». Мы в этой передаче будем рассматривать права детей. Сегодня у нас в гостях Марина Владимировна и Мария Юрьевна Камбаровы. Мы в прошлый раз передачу делали про детей, которых отобрали у этой семьи. Это Анастасия Чекушкина и Милана Мунаева. Я вам хочу сообщить новость, которую мы получили. Мы были на судебном заседании, и суд отклонил иск Марии Юрьевны к органам соцзащиты, органам опеки и попечительства, чтобы забрать детей. Сегодня мы будем рассматривать именно решение суда, именно что случилось, как бороться, как возвратить детей. Мы сегодня проводим конференцию по скайпу. У нас на связи правозащитница Карина Иванова. Это правозащитная организация ЩИТ по защите прав и свобод граждан. И Хасай Алиев, кандидат медицинских наук, психолог. Он недавно назначен на телеканале «Право ТВ» руководителем проекта «Медицина и право», ведущим передачи «Психология». И будет с нами сегодня на связи в связи с тем, что этот человек знает эту семью, знает этих детей и знает, как справиться с теми проблемами, которые возникли сегодня у семьи. Мы сейчас их подключаем. И, пожалуйста, дорогие телезрители, вы тоже поддерживайте нас. У нас, как я говорил, передача «Права человека и гражданина», мы затрагиваем права детей. Я уже вам представлял наших собеседников. Это Мария Юрьевна Камбарова и Марина Владимировна Камбарова. Это бабушка, это мать приемных детей. Приемных детей Чекушкиной Анастасии и Миланы Мунаевой, которые забрали по распоряжению в октябре месяце, 16 октября, Управление социальной защиты Восточного административного округа города Москвы. Одной девочке было 5 лет, другой девочке уже 14 лет. Мы первым не женщине зададим, а мужчине по кавказским обычаям, как положено, да? Хасай, что ты скажешь об этой семье, что ты о девочках скажешь? Как можно было забрать? Как можно было этот вопрос, этот решить? Знаешь эту семью? Знаешь, что у них дети были? Что их забрали, потому что ты сам обратился к нам на телеканал, сказал, такой вопрос есть. Как ты думаешь об этой ситуации, об этой семье, об этих девочках? Нормально жили в семье и в результате их отдали в детдом. Ты как психолог, ты как кандидат медицинских наук. Сулейман, дорогой, я тебе очень благодарен, что ты включился в решение этого вопроса, потому что когда я узнал об этой проблеме, я прямо скажу тебе, для меня это был совершенно, ну, какое-то либо недоразумение, либо шок. Я хоть мужчина, но обычно женщины говорят, я была в шоке. Но я говорю, как мужик, я в шоке был. Потому что я Марину Камбарову знаю много лет, как облупленную. Извини, пожалуйста, Марина, что я так говорю, но я ее знаю как облупленную. Это человек достойнейший, это интеллигентный человек, и я знаю ее, Марину, ее мужа Юру, я знаю детей, Машеньку, я знаю, которые они вели, или она стала психологом, потом Машенька. Я знаю эту семью, потому что мы вместе с Мариной в президентской программе «Дети России» участвовали. Марина была, ну как сейчас говоря, активистом, психологом, организатором. Она же в общественной жизни, психологии участвовала в системе образования. Очень много полезного сделала. Я ее очень люблю по-человечески и как специалиста уважаю. Она меня лично знакомила, ну, с департаментом образования. Я потом дружил
с Ларисой Евгеньевной Курнишовой, зампредом департамента образования. Я же основал в свое время Московский защита от стресса еще в 87 году в совместном учредительстве с Минобразованием России, с Минздравом России, с МЧС России, с правительством Москвы, комитетом общественных и региональных связей. Я в свое время в самом зародыше вначале координировал психологическую работу силовых министерств и ведомств. Когда я узнал об этом безобразии, я первую мысль, я подумал, я безусловно обращусь к своим ученикам, которые у меня проходили подготовку во всех этих ведомствах, и в Минздраве, и в МЧС, и в силовых всех других структурах, и буду искать людей, которым ну, просто будет не безразлична судьба Камбаровых. Это что такое безобразие такое? Как это вообще возможно? Поэтому на твой вопрос, как я отношусь к Марине, я тебе прямо скажу. Эта семья достойнейшая. Я просто не понимаю, как это могло произойти. Потому что, ну, может быть, кто-то психически больной написал какую-то жалобу, там, или пьяница написал, или несчастный человек написал. Может быть, каток какой-то машины, как говорится, социальный по ним прокатился. Но для меня до сих пор непонятно, как это могло произойти. Карина, скажи, пожалуйста, вот я допускаю, что это подготовлено органами соцзащиты, органами внутренних дел полиции, органами опеки и попечительства, потому что они приходили с автоматами, с людьми и забирали детей. Не просто так сказали, приходите, привезите детей, мы у вас забираем, давайте совместно сядем, объяснимся. Этого не было. Они ночью, как воры, приходили и забирали детей. Так получается, Мария? Ну, Милану 8 человек приходил забирать, да, там, с полицией, с этим. И Настю 2 наряда было вызвано. 2 наряда полиции и 8 человек полиции. Что ты скажешь насчет этого? Вот ты правозащитница, ШИТ, вот твоя организация. Здравствуйте, Сулейман, спасибо за приглашение поучаствовать в дискуссии этого вопроса. На самом деле для меня очень дико эта ситуация. Я здесь вижу 99%, я сейчас скажу свое мнение, да, я не буду утверждать, потому что фактов нету. Но следя за многими вещами, в том числе касающихся детей, я здесь вижу именно преступную деятельность людей, которые во власти. Потому что таким образом, отнимая детей, их продают в рабство и на органы. Вот я что боюсь, самое страшное. Вот, поэтому, ну, на самом деле, это смешно. Из заявления там пришли, забрали людей. Во-первых, видно, что родители, пусть и приемные, они вырастили достойных детей. И они их растили не один день. Это ушло на это годы. Дети выросли хорошими, порядочными. Где-то что-то там поругался, как я слышала с этого заявления, да? Я его, правда, не читала, но вот по словам. Но это даже смешно. У нас везде все ругаются и матом, и почему-то никто никого не забирает. Это не причина. Здесь, я думаю, что явный как раз, вот правильно Сулейман, я думаю, даже это невозможно, а скорее всего это продуманный план, тем более с изъятием ребенка полиции. Обычно так занимается вот как раз именно для таких целей. Вот поэтому здесь нужно бороться по максимуму, приложить все усилия, чтобы этот вопрос решить и вернуть детей в семью. Теперь я хочу вас ознакомить с решением суда. На суде мы спрашивали, вот органы опеки я хотел заснять, нет. Перед судом они взяли и закрыли судебное заседание, закрытое, рассматривается несовершеннолетних, и на оглашение тихо, мирно огласили. Это все незаконно, это все неправильно. Я предлагал, чтобы мы сели за стол переговоров, взяли детей и поговорили. Карина, как вы сказали, Милану уже продали, как называется, на что ее продали, нам неизвестно. И куда продали, нам тоже неизвестно. Но это будет как бы не на ихней совести, наше упущение, поэтому мы должны вернуть. Мы обсудить должны вот эти вопросы, по которым изъяли детей. Вот они приготовились, семья, чтобы возражать.
Первое. Как следует из данных распоряжения в связи с возникшими противоречиями между интересами подопечной и попечителя, учитывая мнение консилиума на рассмотрение вопросов предотвращения возврата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей города Москвы из семьи опекунов-попечителей приемных детей, об отсутствии у попечителя ресурсов для воспитания подопечного и дальнейшего пребывания подопечных в приемной семье не соответствует их интересам. Вот я хочу у семьи спросить, у старшей я хочу спросить. Вот как вы прокомментируете вот это распоряжение другое, да? Вы прокомментируете вот это, что вы можете оспорить, потому что мы будем оспаривать это все в Московском городском суде. Ну, во-первых, я хочу сказать, что нельзя вместе объединять. Надо по каждому заявлению, по каждому вот этому распоряжению насчет Миланы и насчет Насти рассматривать совершенно отдельно. Мы подавали заявление и все расписывали отдельно. Отдельно по Насте, отдельно по Милане. Во-первых, у нас разный возраст. Во-вторых, у нас разные время, когда они у нас были. Но не имеет права суд это вместе объединять ни по каким причинам. Он должен был написать и просмотреть претензии, которые предъявляла опека к нам по Насте, и какие претензии предъявляла к нам по Милане. Я немножко забегая вперед, хочу сказать, что по Милане вообще ничего не представлено. Ни в одном заявлении, ни пока в опровержении они сказали, что Милана ползает по лестнице. И все. Это единственное, на что они ссылались. При том, что у нас было в иске все по каждому ребенку отдельно и много-много было доказано, чем и как занимается дополнительно и в какой школе учится, и где, в каких секциях занимается Настя, и где занимается Милана. Вот, Мария, скажи, пожалуйста, вот здесь написано, что невозможно держать, потому что не соответствует интересам. И еще что здесь написано? Отсутствие ресурсов для воспитания подопечных. Ну, вот это вот очень интересное расплывчатое определение, под которое можно подвести все, и очень непонятно. Но делалось все в интересах, то и только в интересах детей. А то, что сейчас происходит, это как раз не в интересах детей. А помимо этого ресурсы, надо посмотреть наше образование. А ресурсов у нас не то, что не хватает, у нас ресурсы и на все. Какое образование мы давали Насте? Она... Я имела в виду твое образование, ну, да, и да, наше я образование. И то, что детям давала, да? Какие у них были медицинские... Ну, там имеется ввиду ресурсов, нас... что у тебя не хватает. Ну, ресурсы, давайте подчеркнем. Что такое ресурсы, Карина? Что должно быть для воспитания детей? Ну, у меня ребенок вырос уже, да, ему 27 лет, я его воспитала. Вы знаете, сейчас я вам скажу про ресурсы. Дело в том, что я смотрела неоднократно раньше, сейчас не смотрю телевизор, передачи, где как раз вот изъимали детей из-за плохих условий жизненных. Здесь идеальная семья, по сути, вырастила хорошую, достойную для России, для страны, хорошего человека. И вдруг приходят и забирают. Плюс вы сказали, Сулейман, что вам на суде там запретили съемки. Здесь прям факт налицо преступной деятельности, потому что если бы это было правда, вот таких бы действий не было. Не изъимали бы вот так грубо детей. Причем причина-то, она даже смешная. Это не та причина, чтобы забирать детей. Нет вообще никаких оснований. Здесь надо бороться. Какие ресурсы? Во-первых, ну, как я считаю, как мать, да, в первую очередь, конечно, это ответственность. У этих родителей я вижу эту ответственность на высоком уровне. Они сами образованы. То есть они могут дать любому ребенку намного лучшее образование, чем в обычной школе. Они дают любовь, самое главное, к этим детям.
потому что я вот видела ролики, да, передачи вот про эту семью, и там, ну, действительно видно, что любовь к детям, что не просто взяли вот, потому что нужны деньги, да, как многие берут, кстати, для этих целей. У меня вот знакомая, она взяла, и я вижу, как она относится к ребенку, там, у них ребенок раб. И я всегда так удивлялась, я когда прихожу, я говорю, а почему такое отношение? Она, конечно, оправдывается, но сам факт, что здесь, в этой семье, вот у Маши и бабушки, и мамы, явно видно настоящая любовь к детям. Они по максимуму дали, вы знаете, я вам хочу сказать, даже не каждая обычная семья может дать то, что дали они. Потому что как спортсменка я тоже знаю, как это тяжело добиваться успеха. У них огромные медали, у меня столько медалей нет, сколько у этих детей, понимаете? Да о чем говорить, что уже в таком маленьком возрасте, за такой короткий срок, у них такие высокие достижения, и не только по медалям, и дипломы у них там много. Ну, то есть я вообще не понимаю, как можно было изъять детей у такой семьи. Это, ну, полный беспредел. Давайте следующий пункт мы рассмотрим. Судом, также судом установлено, что в адрес органа опеки неоднократно поступали от жильцов дома, где проживала семья, именно на поведение совершеннолетней Чекушкиной, в частности, 25-го, там 23-го мая 19-го года с подругой бросали стеклянные предметы из окна, также деревянные ножки, от стола мусорят на лестнице, курят в подъезде, льют воду, все ломает и оплевывает, на замечания не реагирует. От жителей 29 августа поступило 19 года в районного казино коллективное письмо жителей дома, в котором проживала семья по факту девиантного поведения несовершеннолетней Чекушкиной, а именно курит, разбрасывает, употребляет спиртные напитки, агрессивно к детям, пьет цветочные горшки, рисует на стенах. Хасай, скажи, да, пожалуйста, что такое девиантное поведение, что такое вот пишут спиртные агрессивно к детям, приемным родителям, все это бронится, ну, возраст 13 лет возраст, скажи, пожалуйста. Слушай, Сулейман, девиантное поведение — это отклонение от нормального поведения, послушай меня, я вот это слушаю сейчас, у меня нету предела возмущения. То есть, по существу, речь идет о чем? Ну, это очевидно, вот из этого, то, что ты сейчас читал, очевидно, что это идет какая-то действительно агрессия против семейства, причем такая вот продуманная, криминальная ситуация, когда действительно придуманные вещи какие-то, причем собирают жильцы дома. Я вообще не знаю, ну, сколько может быть такое, вот в твоем подъезде кто-то там бутылку распил, что все 40 жильцов дома будут писать заявление, что это специально делается. Я вот сейчас послушал, и я вижу, что это организовано, агрессивно, специально сделанное мероприятие. Специально сделанное мероприятие. И поэтому надо думать не о том, чтобы доказывать им, хорошие Марина и Машенька люди или нет. Что за позиция? Мы что, оправдываться должны, что ли? Их привлекать надо к деятельности. Вот их надо привлечь. Их надо привлечь, этих людей, которые этим заняты, и которые ради наживы или коррупции, или там, я не знаю, я просто не могу себе представить, из каких соображений, я не в курсе полностью вот этих механизмов. Я поэтому начал с того, что мои ученики, которые работали в силовых структурах, которые у меня по методу ключ занимались, я хочу их всех обзвонить, чтобы сделать специальное, чтобы их скоординировать, чтобы вот против этого зла, которое происходит, очевидно, вот ты сейчас читаешь, я просто сижу в возмущении. Это что такое вообще? Это просто люди нагло совершают зло, цинично, без всякого понимания, кто перед ними сидит, что это достойные люди, достойная семья, которая взяла на воспитание, кормила, поила, обучала. Как говорится, на горшок из горшка их носила и так далее, и на кружки водила, и учила и так далее. Ну что за глупости такие?
Кстати, алкоголики не водят на кружке. Я извиняюсь, алкоголики на кружке не водят. Если вы даже оправдываете, я не понимаю, что... Нет, надо их привлекать к ответственности. Их надо привлечь немедленно. Буду сделать эти звонки всех своих знакомых, всех своих учеников, психов по всей стране. Из всех силовых структур и не силовых структур, всех, кого знаю, чтобы дошли до самого верха, и в администрацию президента, ко всем. У меня везде есть эти связи. Я просто не... Просто я сейчас в очень таком, ну как говорят, негодовании. Мы общественное мнение поднимем, и пресс-конференцию сделаю я. В пресс-центре или в доме журналистов, или уполномоченного. Я вас туда приглашу, чтобы вы поучаствовали, если сможете. Я просто хочу опровергать, вот это все есть. Я вижу, что это надумано. Что это, как это может ребенок 14-летний столько совершить зла, и никто не видит. Вот вы скажите, пожалуйста. Я хочу сказать, что, вот, например, 27 числа Мария обратилась в опеку, потому что соседи обзывали и всячески не давали проходить Насте. И в избежание каких-то таких вещей Мария Юрьевна обратилась в опеку и попросила, чтобы опека обратила на это внимание. А вместо этого опека почему-то решила, и сама опека, потому что вот это вот заявление от 42 человек, людей нам не представили, когда мы просили их показать. Нам представили только копию этого заявления, где внизу написано, что опека 29 числа в 11.11 создала этот документ. На суде, когда у нас Алексеева с нами разговаривала, мы ее спросили, кто собирал подписи? Она говорит, собирала подписи я. Тогда мы спросили, а когда вы отнесли это заявление сначала в опеку, а потом почему-то вы отнесли его в полицию? Она не могла на это ответить. Кроме этого, когда 29 числа Мария Юрьевна была на комиссии, она просила, чтобы ей дали эту копию, отказали. Написала письменное заявление на имя начальника Шумихиной Елены, вот, на имя Ощекина. Здесь, посмотрите, что написали. Написали, что не могут дать это, потому что там персональные данные. Какие там персональные данные, мы так и не поняли. Дальше. Мы обратились в прокуратуру и попросили, чтобы прокуратура помогла нам получить копию этого письма, чтобы мы могли к соседям предъявить претензии, потому что мы не знаем, каким претензиям. И вот опека нам пишет, что в личном деле этого документа нет. В части довода вашего обращения по вопросу несогласия с действием ОСЗН районного КСМ сообщаем, что изучением личного дела Чекушкина установлено, что заявление от жителей дома по адресу Новокосинская, дом 47, в личном деле отсутствует. Понимаете? Суд вот здесь пишет. От жильцов дома. Этот документ мы тоже не видели в суде. А вы видели этот документ? Мы видели только копию, причем они нам на руки не дали. Они это отдали только суду, а нам второй экземпляр не дали. Смотрите, что интересно. 11.09.2019 года начальник полиции, начальник нашего округа, пишет о том, что никаких нарушений со стороны Чекушкиной Анастасии нет. И эти вещи 11.09 отправили Алексеевой, так как она была заявителем от этих жильцов, и начальнику Шулихиной. Еще в сентябре было написано, что нет. Вот потом еще повторно раз опять же начальник пишет, что, так, вот это вот Алексеевой еще раз пишет, 15-10, ну, сейчас я зачитаю. Отобрали 16-го. 15-го пишет начальник, что никаких правонарушений нет.
Вашему коллективному обращению поступившим в отдел МВД по России по району Новокосино города Москвы 02.10 проведена проверка, вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела на основании 24 части 1 и пункта 1 УПК РФ. В данном случае отсутствует событие какого-то преступления. Ну, я не знаю, Карина, ты правозащитница, ты знаешь, что это такое. А они, кто-то обратился, например, чтобы возбудили уголовное дело против детей. За что? За то, что курят? По каким сведениям несовершеннолетним, по каким преступлениям возбуждается дело? Вы можете сказать, Карина? Ну, вот я уже сказала вам свое мнение. Здесь действительно не нужно доказывать, какие мы хорошие и так далее. Здесь просто нужно обращаться в суд и заявлением как раз вот на вот этих всех людей, кто в этой цепочке действует, на преступную деятельность. Во-первых, они обязаны вернуть ребенка, здесь нужно добиваться. Потом я, Сулейман, хотела спросить по поводу продажи. Как можно, я не понимаю, как можно продать ребенка, это во-первых. Во-вторых, где это было заявление, объявление, где это висело, что продается, да, продается ребенок? Сразу, как отобрали Милану, сразу в базу данных. Я не могу поверить своим ушам, что можно продавать детей. Базу данных детей-сирот, ее как бы взяли на удочерение. А это все секретно. Вот ее базу данных выставили, вот так выставили ее базу данных. Выставили уже 10 месяц, октябрь, в октябре ее забрали, и в октябре 10 месяц уже в базе данных была. Даже они оспаривали, ходили, почему брали детей, но она уже в базе данных. Поэтому я почему сказал, Карина, про продажу? Я именно сказал, что она была подготовлена уже до изъятия. Я хочу уточнить, сколько лет детишки у вас воспитывались? 12,5. Настя 13 лет? 12,5. Настя 13, я уже 14 почти было. Ну. Это столько лет они находились и... в семье, и вдруг... Ну забрали... и Милана с рождения тоже 4 года. Забрали, да, с такой помпой, как будто они там разбойники, пьяницы там или еще чего-то. Но это точно, точно преступная деятельность. Давай так сделаем. Надо поднять. Сколько я могу, сколько ты можешь, сколько Карина может. Я вот художник, писатель, всех, кого я знаю, силовые структуры, всех, кто меня уважает, кто помнит, все каналы, какие только есть, не просто их судить, этих людей, а показательно судить. Надо поставить такую задачу и перестать оправдываться. Что за глупости такие? Это просто загнали интеллигентных людей в тупик, как мышеловку. Они своих даже не понимают сейчас, они пытаются защититься. Чего защищаться? Надо этих людей привлечь, судить показательным судом. Сделаем конференцию. Туда же пригласим специалистов по таким вопросам. Нет. Прежде всего, туда нужно пригласить Генеральную прокуратуру, уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам ребенка, депутатов Госдумы, которые отвечают за воспитание детей, спортсменов, вот его тренер у нас на суде был, спортсменов, с кем они были, администрацию президента Российской Федерации, ОСЗН, органы опеки и попечительства, пусть перед камерой, перед людьми отвечают, за что они это сделали. Я так предлагаю. Пригласить. Так это сделать. Вот давай так мы и сделаем. Я вас хочу поблагодарить. Хасай, Карина, спасибо большое, что поучаствовали. Мы постараемся еще сделать передачи, еще вас привлечь. Я очень рад, что вы откликнулись и до конца хотите защищать эту семью. Я вас поблагодарю. Я тебе тоже очень благодарен, потому что ты мужественно взялся за это дело. Спасибо тебе огромное. Да, то же самое. Спасибо огромное, спасибо. Потому что действительно это очень сложное дело, и не каждый берется. Сейчас каждый беспокоится только за себя. Давайте тогда. Все, друзья, до встречи. До свидания. Всего доброго, приятно было познакомиться. Мы сегодня вот так беседу провели. Мы благодарны этим людям, которые к нам пришли сегодня.
по скайпу разговаривать, обсуждать эту тему. Вы слышали их выражения, их эмоции. Это люди, которые прожили жизнь, которые сталкивались с большими проблемами, но они это решили. Мы призываем всех граждан подключиться к этому вопросу, потому что это может коснуться каждого, каждого ребенка. То могут забрать детдом, то могут отобрать, то могут отдать. Спекулировать нашими детьми нельзя им позволять. Нельзя этого делать. Я хочу вас поблагодарить. Спасибо вам огромное. Сегодня мы закончим эту передачу, но это не первая передача у нас будет и не последняя. Поэтому пока мы не возвратим детей, как уважаемый Хасай Алиев сказал, мы будем бороться. Вы хотели что-то сказать? Я хотела сказать, что детям сейчас очень трудно и очень больно. И нам, и детям, нам, конечно, больно, но представьте себе, каково им. Помогите. Вот хочу и те же слова, да, сказать, потому что, ну, с Миланой не дает общаться, но тоже трудно представить, что она чувствует. Вот, была 4 года мама, ничего не знала, все хорошо. Когда пришли забрать, мы готовились к хору, учили песенку, веселились, играли. И она вот 2 часа просидела под столом, и, что сейчас чувствует. А Натя звонит и прям рассказывать, как ей там плохо, ужасно, и что боится. На сегодня мы заканчиваем свою передачу «Права человека и гражданина». С вами на телеканале «Право ТВ» был Сулейман Шевзухов и мои гости Марина Владимировна Камбарова и Мария Юрьевна Камбарова. Вам пожелаю удачи. Спасибо. Вам пожелаю терпения, чтобы вы смогли возвратить своих детей.